Здравствуйте, друзья! Сегодня мы расскажем вам о некоторых, в основном уже нежилых, чисто славянских деревнях, находящихся, на первый взгляд, в несвойственном для них месте. Самый север Нижегородской области – это Поветлужье, 300 километров от Нижнего Новгорода, уже совсем глухая тайга и в основном марийские земли. Но еще в XIV веке там начали поселяться славяне из Галицкого и Новгородского княжеств. Для защиты храмов и русских поселенцев от татар и марийцев Галицкое княжество постепенно подчиняет себе эту территорию. В XVII веке возникла Ветлужская волость от Галицкого княжества, но уже с подчинением московскому. Однако постоянные набеги марийцев и татар на русские селения и монастыри продолжались до конца XVII века. Тогда же в Поветлужье уже вовсю уходили беглые раскольники, старообрядцы, и основывали русские скиты. Сегодня рассмотрим Таншаевский район. Вятское наместничество, созданное в 1780 году, активно заселяло этот и другие близлежащие районы русскими крестьянами для увеличения доходов в казну от природных богатств новых земель. При переезде русские крестьяне получали статус государственных и обладали наибольшими правами по сравнению с марийцами. К тому же русские поселенцы были более высокого культурного уровня развития. Первые чисто русские поселения здесь – это Богатыри, Березята, Ошменское, Парфеново, Хлыбово, Питер, Петровское, Радюшата, Лом, Втюринское, Воскресенское и многие другие. Старообрядческие скиты в этом районе тоже имелись, но со временем практически вымерли, впрочем, как и многие обычные русские деревни. Деревня Зотово тоже была основана в XVIII веке русскими выходцами из Вятской губернии Зотом Безденежных и писателем-историком-иконописцем Захаром Солоницыным. А было это так, как лучшего преподавателя духовной семинарии Захара направили в Германию. Там он прожил несколько лет, женился на немке, а еще нахватался масонских мыслей и написал о них в Россию своему другу Колокольникову. Не зная, что по приказу императрицы Екатерины Великой все письма из-за границы отслеживаются. По другой версии, Захар, эдакий Таншаевский Ломоносов, уже вернулся с семьей в Россию и написал Колокольникову в Париж, в любом случае, за крамольные мысли о необходимости переустройства России. Захару Сергеевичу грозила кара, поэтому он уехал в тайгу вместе с большой семьей к своему такому же крамольному родственнику Зоту Безденежных, который уже поселился там со своей тоже большой семьей. Правнуком Захара является Отто Солоницын, советский актер, известный под именем Анатолий. Нужно отметить, что в русских деревнях Таншаевского района проживает много потомков Захара Солоницына, и вообще эти русские деревни очень взаимосвязаны. Зотово состояло из двух больших улиц – Клубной и Заречная, и переулков между ними, которые тоже имели название. В Зотове были школа, клуб, магазин, ферма, конный двор и прочее. Жители – Солоницыны, Безденежных, Лугинины, Голубевы, Походенько, Вершинины, Заботины, Бариновы, Креницыны. Также Герасимовы, Кузьмины, Кузнецовы, Трушковы, Пономаревы, Селезневы, Лазаревы, Волковы, Переваловы, Пересторонины и другие. При похожих обстоятельствах в XIX веке, как считается, сосланными за провинности
вследствие царской ревизии вятскими волостными писарями Тимофеем Хохловым, Игнатием Устиновым, Семеном Койковым и другими была основана русская деревня Крутобережка на берегу одноименной речки. Но, скорее всего, они тоже не были сосланы, а просто ушли в те места, чтобы избежать наказания. Деревня сначала называлась Писаря. Но не так далеко есть еще одна чисто русская деревня с таким же названием, и это звенья одной цепи. Вслед за Крутобережкой рядом возникли деревни Судаки и Новоселово, а также деревня с неблагозвучным названием Козлы. В этих деревнях тоже было все, что нужно для жизни, включая школу, медпункт, клуб, магазин, мельница и прочее. Жителями этих четырех деревень были Шаровы, Ежовы, Долгих, Русиновы, Гагариновы, Колпащиковы, Кузьмины, Хохловы, Гороховы, Заборских, Парфеновы, Устиновы, Столбовы, Койковы, Степаненко, Овсянниковы, Золотовы, Бондарь, Пинаевы, Дедюхины, Шишовы, Березины, Вавиловы, Поповы, Грудины, Демины, Калинины, Кислицыны, Норкины, а также Галашовы, Прауловы, Масуновы, Разумовы, Селезневы, Креницыны, Солоницыны, Пойловы, Орловы, Швецовы, Богомоловы, Комарицыны, Ворожцовы, Кокорины, Мулины, Репины, Щенниковы, Мартьяновы, Корчагины, Коврижных, Дегтярёвы, Шевнины, Крюковы, Поспеловы, Коневы, Чесноковы и другие. Вскоре, опять-таки из Вятской губернии, скрываясь от кого-то, в эти места приехала семья Фадеевых и основала деревню Фадеево. Официально Преображенская. Позже в деревне появились школа, магазин и другие заведения. Жители Сусловы, Некрасовы, Втюрины, Васильевы, Фадеевы, Шиловы, Голохвастовы. Тогда же, недалеко, такими же переселенцами, была образована деревня Высокая Рамень. Рамень – это еловый лес. А он как раз вплотную примыкал к деревне. В деревне находились молочная ферма, конный двор, а также свинарник и маслобойня. Примерно в километре от деревни, в сторону речки Унжа, был кордон. Там жили 4 семьи лесников. Стояла мельница, около которой тоже жили 2 семьи. Последние жители уехали отсюда в начале 2000-х годов. Это были Краев Петр Трифонович и его жена. Совсем недавно был пожар, и дом Краевых сгорел. Жители – Втюрины, Шубины, Краевы, Чугуновы, Тарасовы, Стародубцевы. Интересная история деревни Орлова. Ее основал уроженец города Орлова Вятской губернии Чикишев Кузьма Алексеевич. В реестре войска Запорожского за 1649 год значится Васко Чикиш, казак Полтавского полка. Именно от него образовалась фамилия Чикишев. Кузьма Алексеевич во время гражданской войны служил у Деникина, бежал от красных в тайгу вместе с семьей. В итоге создал деревню Орлова. Жители деревни – Мартыновы, Смирновы, Ворожцовы, Каргопольцевы, Окуневы, Решетниковы, Сласниковы, Русиновы, Чикишевы и другие. Последними в начале 2000-х деревню покинули Русинов Анатолий Степанович с женой. Кстати, фамилия Русинов произошла от названия славянского племени. Русины позже стали называться русинами. Несмотря на то, что русины являются частью украинского народа, например, карпатские русины, они все же идентифицируют себя как отдельный славянский народ и признаны таковыми в Хорватии, Венгрии, Польше, Румынии, Сербии и Словакии. Деревня Трушково появилась в 1925 году, когда Трушкова Василия Захаровича, жителя деревни Богатыри, хотели раскулачить. Он с большой семьей ушел в эти места. В 60-е годы между деревнями Трушково и Орлово были коровник, свиноферма, конный двор, овчарня, льнозавод,
заводик по производству сливочного масла и картофелехранилища. Возле самой деревни Трушково стояли пилорама, ток, авин и кузница. Эти две деревни были объединены в колхоз Орлова, затем стали бригадой колхоза «Колос». Жители Трушковы, Русиновы, Втюрины, Чугуновы, Жеребцовы. Недалеко от деревни Трушково расположилась деревня Гарина. Там жили Колпаковы, Жаворонковы, Стародубцевы, Русиновы, Мартыновы, Щанниковы и другие. В деревне находились молочная ферма, телятник и конный двор. Это деревня гражданская, местное название Шманы, от старорусского «шман», то есть скиталец-бродяга. Под влиянием местного диалекта ударение в название ставится на последний слог, название произносится как «шманы». Жители деревни – Бажины, Пушкаревы, Перины, Лугинины, Федьковы, Стародубцевы, Ежовы, Сусловы, Березины. Деревню Новоуспенская основал Лопатин Матвей Степанович с семьей в 1926 году, поэтому второе ее название – Лопатина. В деревне были молочная ферма, сепараторная конюшня. Жители деревни – Лопатины, Маковеевы, Переваловы, Усковы, Редькины, Втюрины, Мальцевы, Рябинины, Михалицыны и другие. Первым председателем этой деревни колхоза был Рябинин Федор Ульянович. И завершаем нашу историю деревней с названием Казанер. Это был последний, основанный в этих местах населенный пункт уже в самом конце 20-х годов. Власти специально построили эту деревню в качестве центральной усадьбы, чтобы объединить все вышеперечисленные. Чисто русская деревня была названа под влиянием советских веяний уже не по-русски, по названию одноименной, находящейся рядом мелкой речки, название которой представители власти разглядели на местной карте. Кстати, именно на этой речке стоит деревня Козлы. На современных картах речка называется Казанор, но это ошибка. Однако, по некоторым данным, окончательно все деревни объединились лишь в послевоенный период. Сначала появился колхоз «Рассвет», а затем «Колос» в 50-60-е годы. Это было очень сильное хозяйство Таншаевского района. Колхоз выполнял план поставок по мясу, молоку, зерну, льну и картофелю. Здесь были лесничество, сельсовет, клуб с кинозалом, школа, интернат, библиотека, ферма, медпункт. В начале 90-х из Фадеева перевезли сюда магазин и пекарню. Жители деревни – Вавиловы, Дербеневы, Маковеевы, Шалагиновы, Демины, Сенниковы, Мальцевы, Кожиновы, Сусловы, Краевы, Русиновы, Зайцевы, Михалицыны и другие. К середине 80-х сюда даже провели ответвление от узкоколейки сообщением «Буреполом» Южный. Но процесс убывания людей из этих мест уже давно был запущен. Еще в 1972 году уехал председатель Жаворонков Александр Петрович, который долгое время прекрасно руководил колхозом. Вместо него пришел неспециалист, что сразу же сказалось на результатах труда. Перестали выполнять «Газплан». Упала заработная плата, и к концу 80-х годов практически некому стало работать. Остались почти одни старики. И колхоз передали исправительной колонии номер 4, а затем колонии вольного поселения. Руководил колонией местный житель, бывший в советское время председателем колхоза Перевалов Алексей Васильевич. Собственно, он выполнял практически ту же председательскую работу, что и тогда. Только его должность называлась иначе.
поселенцы возделывали поля, работали на ферме, на пекарне и других местах. Когда в конце 90-х годов колония закрылась, последние аборигены, кроме Переваловых, покинули эти деревни. Переваловы остались одни во всем бывшем колхозе, так как Краевы с Высокой Рамени и Русиновы из Орлова уехали чуть раньше. Ближе к середине 2000-х уехал и Алексей Васильевич. Как говорится, капитан последним покидает корабль. Ну вот на сегодня и все, дорогие друзья.